Ты только прикажи. Привет. А у меня тут буйня продолжается. А начинается она с жесткого заслона. Я тут вижу, враги подобрались к моей независимой демократической диктатуре. И вот уже пытаются нападать. А я-то ставлю заслон из кучи заборов. Посмотрим. Наверняка им это будет не по зубам кирпичи-то. У меня мраморные, строительные, с арматурой. Не глина. Камнебитные машины приволок я. Тут-то я им засаду и устрою. Они что, думают, что? Это что такое? Это что, баллиста, еще и пушки? Да что-то совсем эти, как они называются, демократы обнаглели. Вон, свои демократические попов шли, вот вон он стоит. Так, побольше бы стенобитных, лошадебитных машин. Да что такое, они постоянно разрушают мои замыслы. Они что, не в курсе? Договор же должен быть какой-то. Какая-то граница должна быть, совесть-то у вас есть? Столько заборов, труд рабочих напрасно. Это что ж это творится? Человека в нашей стране совершенно не, в нашем государстве совершенно не уважают. Когда? Размолодили, а сколько трудов? Ну ничего, слава богу, у меня много рабочих, трудятся, стараются. Еще чуть-чуть камней на голову. Нет, ничего не помогает. И пушки, а тут целая армада. Все равно, как взбесились, что им не понравилось. Я же несу демократические ценности. Ой, то есть, нет, демократические ценности я не несу. Я несу равенство, свободу и справедливость. А, как хорошо пошла свобода. Все-таки не удастся им, наверное. Не удастся. Сейчас поднакоплю сил, тут еще лошадей. Нет. Да что ты будешь делать? Не справиться с ними так. Вот я что не пытался? Ну ладно, начну строить жилище. Все равно нет. Ничего не выходит. Неужели разрушат? Никакого с ними слада нет. Ну что ж, придется поменять наши стремительные планы и перенестись на долгосрочное оборудование заградительных сооружений. Пока этот злобный враг, обнаглевший, совершенно, блин, мы начинаем вести героическую, святую войну за освобождение нашего героического народа от иго-захватчиков. Юра! И вот это иго, один хрен, но народ ты подготовился, схватился, фактически собравшись силой духа и воли, собрался, всем скучковался и построил правильные заградительные учреждения, без всяких заборов, но с хитростью с определенной. И я теперь надеюсь, что вот такой метод обороны, вот такой вот, башни стреляют ядрами, это не халам-балам, замки 3 штуки, ну и соответственные ограждения, которые защищают проходы с другой стороны. Ну и посылаю, естественно, переводовой авангардный отряд героев конницы. Да что такое, и конница бежит. Ну и отряд передовой, а вот здесь вот попы наставляют на конницу, всякие молебен проводят, наставления героизму, в том плане, что в случае чего переживать не стоит, человек живет вечно, и после смерти он живет еще лучше. Вот наставленные, значит, опять наши герои, немножко реабилитировавшись. Такое бывает, знаете, ну подумаешь, обосрались один раз, в другой раз... О, а тут вражеские попы, они тоже, наверное, думают о том же, как бы, о той же жизни бесконечной, но уже для своих, вот, для своей армады. И опять наши герои убегают. Наши герои, ну тут опять их наставляют. Наши герои пока не могут никак в одиночестве, но благодаря заградительным сооружениям, вот, башни стреляют ядрами. А вот эти вот они припирают, эти баллисты, или как же это называется, вот эти стенобитные машины, которые пуляются издали. Вот этого я не предусмотрел в первой серии, когда эти наступали. Ну, сейчас посмотрим, что у нас с другой стороны империи-то творится. Пустота. У нас же есть тыл, а тыл тоже должен быть защищен. Но никто тут не нападает, это очень хорошо. Значит, смело можно продолжать вести героическую битву по защите нашего отечества, которое находится в опасности, и страшный, злобный, несправедливый враг нападает на нашего справедливого и доброго короля. А отважные защитники отечества, вот на конях защитники, они пытаются дискредитировать наступательные действия соперника. Как бы смысл тут такой. После того, как армада врага, часть армады уничтожена, они выскакивают из-за ограждений. Вот сейчас они выскочат, сейчас надо уничтожить пока что. Пока они проводят молебен по усилению оружия, по увеличению стрел, пуль и силы дубинок. И пойдут провоцировать наступательные войска. Так как вот здесь вот,
уровень мой уже подскочил, если кто видел, до 46. То есть эти бесполезные действия совсем даже и не бесполезны. Вот эти вот движения туда-сюда, анонистические, ой, то есть оптимистические действия заставляют... А вот здесь вот, этот хитрый ход. Это стенобитные машины другого уровня. Они должны разрушить замок, а кавалерия отвлекала маневр. Но хитрый искусственный интеллект заметил такую подставную хитрость и расхерачил всю кавалерию. Успешно расхерачил и все мои машины стена. И, как вы видите, там только враги. Вся моя армия была уничтожена. Героические пали смертью храбрых. Предлагаю почтить эти героические действия минутой молчания. Юра! Ну вот, можно продолжать. Хорошо, что предусмотрительно была построена линия Маннергейма. И вот как бы новые свежие бабы нарожали... женщины... отправили новых героических доблестных воинов на защиту нашего великого, всемогущего повелителя и, ну, этого. Он сидит где-то здесь в замке. А нет, он у меня где-то там, на заднем плане. Я про него даже забыл. Король, он думает всегда о родине, а потом о себе. Так, посмотрим все-таки на задний план. Посмотрим. Ну, я как и думал. Тут наступает другая демократическая армия. Несет нам свободу с задницы, задних подходов тоже несет нам свои ценности. Как бы каждая армия несет свои ценности. Вот это свои несет слева, а красные свои несет сзади. За ними обязательно надо следить, а то того и гляди, эти ценности засунет тебе по самой гланды. Ну-ка посмотрим. О, так и пытаются. А главное, вот эти стенобитные дальнебойные машины. И подкрепляет главное с собакой свои ценности назидательным и очень упорным, значит, втаскиванием тебе через все отверстия прямо в твое, значит, в твое место жительства, своего места жительства. И главное, издали. Поэтому их надо уничтожить. Пока армия пошла в обход, у них, видимо, такой хитрый план. Да нет, это была хитрость. Как только увидели, что ценности как-то плохо впихиваются, нет, с такой маленькой синей армией, малочисленной, нет, это мало, надо отступать. Героические воины все быстренько назад пошли, все назад. Назад под прикрытие нашего доблестного короля, который, значит, в своем убежище, именуется, и это только повелителю известно, он сидит там и руководит, как правильно все сделать. Но, в общем-то, защита на месте, я думаю, за задний план беспокоиться не приходится. Вот и хорошо, осталось все-таки разбить те дальнобойные машины, которые все пока не удастся. Таким методом восточной хитрости, двигая свое направление то на север, то на юг, типа на юг к Антарктиде. Там же всегда на юге холодно, там Антарктида находится. Вот на Южном полюсе, значит, нам удалось, нашему героическому авангарду, удалось прикрыть это бесчеловечное безобразие. Как видите, вся армия убежала. То есть вот все дело было вот в этих трех стенобитных машинах. Красные пока обосрались. Ну и, как говорится, победа нашей родины не останется незамеченной. Я, как вижу, наш уровень, вот плеер 52, существенно повысился. И теперь уже боевой дух укрепился. Ну и посмотрим с новым боевым духом. Нет. Да сколько ж можно рожать-то? Это бесконечное, да? Бесконечное, безутешное, безнадежное пополнение живой силой и техникой. Такое впечатление, что это никогда не закончится. Было принято решение провести разведку боем. Конечно, кто-то из наших героев поляжет на поле боя. Но как бы... Все эти жертвы будут оплачены грамотами, медалями, орденами. Обязательно будет поставлен памятник на центральной улице нашего города. Будет поставлен железный памятник железным непреклонным героям, ихней отваге, чести, совести. Так что ничто не останется безнаказанным. Однако, как видно, мои герои все-таки пододвигаются к логову врага и главной составляющей воинственности – вот этой империи, повелителю, королю, видимо, кто у них там правит, или, может быть, какая-то тайная группа конспирологическая. Может быть, они поставили такого наподобие, не разговаривать не умеет, хоть еле-еле. Ну, шизофреник поставили, назвали королем. Иначе что он так? Он же все равно проиграет, а вот он посылает неведомые войска по неведомым тропинкам, неведомо куда. Такое впечатление, что это никогда не прекратится. Ну, посмотрим.
Так. В очередной раз. Армия врага пытается. А что интересно, вот, искусственный интеллект совсем не понимает. То есть сделал ему дырку. Вот если дырка есть, да, пихай туда и все. Вот хорошо, что они. Хотя нет. То же самое получается. Вот если в дырку что-нибудь засунуть и дергать туда-сюда, обязательно что-нибудь рождается. И вот как я заметил, да, вот дырка, дырка есть. И они все время сюда впихивают немеренное количество вновь новорожденных. Даж это просто какая-то бесконечная метаморфоза, метаморфоза окружающей ситуации. Ты только прикажи. Но делать нечего. В очередной раз, продвигаясь к границам опаснейшей нашей противостоящей нам империи, а кто это? Стэтхем? В одиночке, с пушкой. И главное убегает. Да, силен Стэтхем. Просто так. Справиться со Стэтхемом не может целая армия. И опять, вот здесь вот, безосновательно атакуемая конюшня. Она не оказывает сопротивления. Пересралась конюшня, сражаться не хочет. Ну, а цель-то выманить фактически врага, еще остались какие-то остатки, оставшихся. Есть кто еще, кто достоин сражения лицом к лицу и может еще сопротивление оказать нашим доблестному? А, вон они поползли, еще есть, вот эта разведка боем увенчалась успехом, а теперь ноги, воочию мы сейчас наблюдаем, особенно я наблюдаю вот воочию, как за нашим малочисленным, но героическим отрядом вся несметная, злобная рать вот этих, надо сказать, кровожадных упырей, презревших все человеческие нормы, несется, чтобы завладеть нашими порядочными людьми, нашей родиной в опасности. Чтобы сделать... А задача нашей родины – стать безопасной, и поэтому мы должны воевать до победного конца. Эвандер, да? Тут летят и ядра, и стрелы. У меня, кстати, в замке сидит 20 стрелочников, лучников в каждом замке. Нет, в первом вот в этом, и во втором. А в третьем так немножко, оставшаяся часть. Рабочие работают в тылу, обеспечивают, так сказать, мощь армии, флота и авиации. Авиация тоже сбрасывает бомбы, но сейчас пока что нет запчастей. Предатели-союзники отказываются поставлять запчасти нашей авиации. Следовательно, наша авиация пока временно ползает по земле. А так как ползает она, навигация тоже хромает, поэтому пока что она не доползла. Но будем надеяться, что в какой-то момент истины проберется сюда и авиация, и застанет врасплох всем, кому плохо, застанет врасплох. Думаю, с этим беспределом вражеской армии пора заканчивать, и необходимо переходить. А вот и засада. Нет, не сейчас, еще рано, сейчас еще добьем немножечко. Кстати, уровень армии вот повысился с 40 с лишним до 66. Самое время, вот желтого они сами подбомбили. Но атака сейчас идет вот на этого, несмотря на то, все 24, но я уверен, что все остальные вот эти вот, зеленые, красные, помогают серому боеприпасами, оружием, танками и самолетами. В основном игрушечными, там, опять же, поступает очень много учебных материалов, учебных патронов, но все-таки их очень много. Тренажеры поступают, все-таки этого всего много, и поэтому наша армия, несмотря на то, что она почти почти в три раза сильнее серых, как видите, не совсем удается легко одолеть. Однако силы растут, и теперь уже возможность убойной силы наших воинов в три раза мы можем уничтожать на сегодняшний день, благодаря возросшей экономике и благосостоянию граждан, которое в последнее время повысилось, и все неуклонно продолжает повышаться, уровень зарплаты растет, а уровень смерти падает, так как в основном основная масса уже умерла в начале войны, и так как осталось уже немного, уровень смерти, безусловно, падает, и мы прикладываем к этому все больше и больше сил. Вот, наконец, наша конница, наш запасной отряд приходит на помощь, и я думаю, в этот раз уже наш лидер даст нам приказ войти все-таки на территорию, войти, так сказать, с маслом или без, как получится уже, с оливковым, возможно, знаете, есть очень хорошее оливковое масло, не везде, правда, но есть, и не всегда, но бывает. И называется оно, не помню. И вот сейчас уже, снабдив нашу армию
баллистами. Мы попробуем все-таки от разведки боем перевести свои действия на территорию врага. И, так сказать, подмазав экстра вирджин наши действия, возможно, нам удастся наконец одержать решительную победу, так как нерешительная победа, как вы видели, ни к чему не приводит. Она приводит только к поражению врага, но плодиться этот враг почему-то не перестает. Пока вот главную матку в улей не уничтожишь, которая плодится, вот, то ничего не выходит. Весь муравейник так и продолжает функционировать. Несмотря на то, что один муравей очень слаб, два муравья тоже слабые, и 10 тоже слабые, но все-таки они продолжают плодиться. И вот этот процесс наш король приказал именно сегодня, в 9 часов утра по московскому времени, приказал нам, значит, это безобразие прекратить. И вот начинается прекращение этого безобразия, как вы видите, на передовой, на сближении, на личном сближении, в прямом противопостоянии на момент солнцестояния наш героический армий продвигается. А что там сзади? А что там сзади, действительно? А сзади все-таки продолжается наступление красных предателей. Я так думаю, что это коллаборационисты, не иначе. А кто может, собственно, сзади наступать? Только вот коллаборационисты, нежелательные элементы, ну и всякие другие реваншисты, нехорошие элементы, позорные, неспособные ни к чему, кроме как вот нападать на нас с тылу. Удачными действиями наших войск осуществлен проход, более глубокий вход во вражескую территорию, и предстоит уничтожить еще несколько оборонительных укреплений, которые, я надеюсь, вот этими баллистами для верности было решено все-таки подкрепить нашу героическую армию и некоторыми видами сооружений, позволяющими дополнительно обеспечить правого фланга прикрытие в виде лучных соединений, ну и частично конными отрядами, немногочисленными, точечными конными отрядами точечного поражения. Юра! Юра! Обязательно надо прорекламировать вот наши действия, совершить акции некой подкрепительной психологической атаки, которую наши враги называют злобным словом пропаганда, и переманить таким образом население этого диктатора, завоевывающего чужие территории, на сторону нашего диктатора, нашего любимого правителя, который желает всем мира и добра. Так, перенесемся-ка мы снова назад. Что тут? Так ли все благополучно? Ну, красные коллаборационисты, походу, презрели нашим мирным договором, однако больших проблем они не представляют, и можно опять перенестись на прифронтовую территорию, чтобы воочию пронаблюдать за предполагаемой победой наших отрядов, отстраивающих уже второе оборонительное, сопротивляющееся укрепление в виде замка. А вот первые терпят некоторые неудобства. Были совершены поджоги. Вы знаете, в последнее время нашу родину начали поджигать со всех сторон. Никто не знает, по какой причине это происходит. Везде, по всей территории происходят сплошные поджоги, пожары, дискредитация наших военных сил и полное игнорирование наших предложений по мирному договору. Так как мирный договор не удается осуществить, диктатор этого государства совершенно отказывается от мира, придется нам мир навязать. Надо прямо так сказать, что мы навязываем мир. Но отряды вновь нарожаемых бойцов серой пчеломаткой увеличиваются. Они упорно не хотят мирных договоров, не хотят мира. В любом случае, продвигаясь понемногу, даже по чуть-чуть, мы, в общем-то, идем этой дорогой к своей цели, и, надеюсь, мы добьемся. Вот уже третье укрепление. А здесь что? А здесь что? По-прежнему не стоит опасаться флангов и тыла. Посмотрим, как это, что это здесь беспокоит. Какая большая Красная Армия. Да, прям Красная Армия и все тут. Я надеюсь, их возглавляет не Карл Маркс с Фридрихом Энгельсом. Хотя это неплохо. Не помню, чтобы Карл Маркс побеждал хоть в какой-то битве. И чтобы ее даже устраивал. Так что влияние Карла Маркса и Фридриха Энгельса на историю нашего государства серьезно преувеличено. Как вы видите, наш народ оказывает героическое сопротивление, а король, оставшись в замке на своей территории, посылает приветственные телеграммы и сообщения в благодарность
за героические усилия нашего народа. Ну и возмущен сопротивлением населения соседней страны, вот этого населения соседней страны, возмущен их кровопролитной атакой на наши дружеские, миролюбивые, воинственные образования. Вот Красный пошел уже, поняв, что с этой стороны ему ничего не перепадет, видимо, пошел, я так подозреваю, на помощь своим серым братьям. Надеется помочь им не через наш, подъезд, а через противоположный, где-то на другой стороне карты. Ну, благо, они отступают, посмотрим, что происходит дальше. Итак, наступило время, я так думаю, окончательной решительной битвы. Посмотрим, так ли, возможно ли. А король-то серый заседает здесь, об этом говорит флаг на этом бункере. Смотри-ка, как окопался и огородил же себя мирным населением. Прикрылся мирным населением, чтобы снаряды... О, вот он! И убегает. Героически убегает и дает наказ своему населению отстаивать ценности, отстаивать патриотические ценности. А эти патриотические ценности что-то никто не отстаивает. Так, сейчас перенесемся опять. Все ли тут спокойно? Да, все по-прежнему. Наши враги уже потеряли надежду. И только одиночные попы бродят и не знают, какой новый молебен придумать. Молебен о повышении заработной платы. Братья и сестры, рабы нашей Родины. Я, поп, я придумал вам молитву о том, чтобы вы молились. И если вы будете правильно молиться, вам повысят зарплату на 10 рублей. А если вы будете еще башкой биться об стены и вызывать этим самым добрые силы, так... Начинается решающее наступление. Вот оно. Слева лучники поджидают короля, чтобы он не сбежал. Следующее. Вот он король. Наконец-то эта крыса вылезла. Ура, наш героический отряд побеждает. И вот в таком сложном бою. А здесь что? Здесь все по-прежнему, ничего. Здесь все хорошо. Наш героический отряд победил. Наши воины счастливы. Красные, видимо, убегают назад, к себе домой. Все заканчивается или нет? Или они еще предпримут наступление на наш тыл? Похоже на то, приближаются красные. Красная армия всех сильней, та-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 та. Ну, без этих дальнобойных машин навряд ли у них что получится. Авиация, видимо, не судьба. А эти допотопные сооружения через заборы не проникают. Посмотрим, как же эта громадная армия глупого интеллекта собирается победить вот эти заборы. Да никак, просто интеллект слишком глуп. Да, надо работать, Гейтсу надо работать еще больше. Пока что... Искусственный интеллект находится в зачаточном состоянии и предстоит немного подождать. Я надеюсь, к следующей игре Гейтс со Швабом разработают более удачные версии, чтобы доказать, что искусственный интеллект, они взяли что-то наподобие из тех голов, которые сами имеют. Они откуда-то выкопали. Так что пока что можете не беспокоиться. Родина отвела от себя громадную опасность. Всем пока.